этот спина. 10 вакати. Раз, два, перекинешь обмен Жене. Дальше. Триня. Власть мертвых. 10 ИП. 10 скипиди. Раз, два, три, кинешь обмен. Для вакати еще один. Хотел бы это тестить, но думаю, на. Заходите в инст, так, здесь пойдут тупые РДДшники. Хикос, посмотри, надо что-то с босса. С этого. Если нет, я пойду. Где-то. Ну, мне прошло планичить. Проходки нет. Регалии ты забрал? Да. Саш, сейчас еще Саш, может забыли, никто не рулил, по-моему. Да блин, по одному давайте! Что? Кто что говорил? Я говорю, замени буревестника, на полчаса нужно отойти срочно. Хорошо. Или на замену, или ну, через полчаса я буду. Окей. Марухи зашел. Замените Хикоза, колечко отдам ему. Наёми, надо запы тебе? Эй, да чё? Какие запы? Вот не, я тебе кольчу же. А. Всё, я бы тебя спросил, надо кому ли запы, нахуй? Никто ничего сказал, не надо. Сравните его, Наёми. Так, дальше. И спать тебя кикнул, и нет дропнулся. Ну, красавчик. Да, врать умеешь. Руки раз, два, три. Никому не надо. Ботинки войт там нужны все были. Топ хайп 10. Воксар 100. Войт, будешь ботинки? Да пускай берут. 200. 200. Топ хайп 300. Воксар. Давайте быстрее, пошлите чистить трэш. Пол рейда нет, пока что не надо никуда чистить идти. Я не могу их тебе отдать, Наёми, тебя не было на этом боссе. 4000 топ хайп, 4100. Воксар раз, Лера два, Лера три, кидай обмен. Хикос, кидай обмен за кольцом. Я возле камня стою. Шкаф в рейде. А, пошлите в рейд тогда. Так, да к чему он нужен? Даня. 2 минуты, подойду сейчас. ЕВХ пора либо уменьшать ЕП, либо убирать его из рейда. Сейчас будет. Так, нужно драться. Да что, меня не меняешь? Я же бесполезный там. На это. Меняю. Так, вместо ADK. Всего, ну Ваня, что-то надо с первого босса? Меня? Печенька. Сейчас гляну еще что. Так, ладно. Нет, только печенька. Поручи, Андрюха. Ты прикалываешься или что? Да лучше уфологу отдать. Что за хуйня? Он с целка выбьет. Да, уфолог из целка не выбьет. Ему с дырками. Не, нужно. Ему дополнительно дырки ради выноса нужны. И хит тем более есть. Кидай обмен, Андрей. Пусть берет, блядь. Я тебя везде на косарь буду просаживать. Пусть берет, блядь. Каштан. Сколько? Да не суть.
Полторы? Не, просто нахуй просаживай. То почему нет? Кидай. Обмен не лежь. Ну что нахуй мы эти запы не нужны? Так кому забираешь, Андрей? Ну, не лежь последний был, 1500. Как он написал, он ты наступает. Ты написал 1,5. Все, ебер. Да нахуй отдайте вы Андрюхе, блядь, что вы тут начинаете? Потому что хуйней занимаются. То хочу, то не хочу, то я такая, то не такая. Что? Тихо. Этот. Смойте первых 5 пати. Все, гламур еще сюда. Погнали. Сними Андрею ты еще. Но, блядь, так больше не делаем. Уже задолбали этой хуйней заниматься. Ну так либо топи до конца забирай, либо, блин, не знаю. Тем более, эти запы не знаю, зачем на кота нужны, честно. Да, на нормальные запы на кота. Просто если бы мы не развонялись, типа, это тому-то профитнее, он бы дальше продолжал топить. Конечно, когда 20 человек говорят, что ему это не профитно, он скажет, типа, ну ладно. Вообще не 20, а 2 сказала только. Ну какая разница? Сам, Саня. Ну так пусть на своем стоит, говорит, мне нужны эти запы, потому-то, все, пошел. Нету проходки больше. Завтра утром вроде уберут вот такую проходку после ребута. Шкаф поставьте. Так. Бля, зачем все, ты давайте время не будем. Кидаешь, я не пойму. Я же говорю, я тебе уступил, без проблем. Я не такой жадный на шмот, типа, если тебе нужны запы, да забирай, типа, ну, я знаю, что у меня ссылка профитней, просто, ну, они могут не упасть, и у меня сейчас хуже запы. Я к этому веду, понимаешь, я, который шмот мне не надо, я вообще даже не жму кнопку, блядь, что надо, типа. Ну, просто мне, почему? Типа, хороши запы и ссылка, и эти, понимаешь, типа, поэтому я их и пошел. Ваня, а что ты ему плюс 3000 дал? Я тебе их даю. Да зачем? Ну, типа, ты выиграл за косарь, забирай. Потому что он 2 раза ему снял. Давай сейчас я возьму запы и распулю их. Ладно, мы будем стоять, все, засумонили, Ваня, заходи. Полторы тысячи оставался, да? Юй, танче. Сейчас. Так, я еще не успел, потому что, блядь, всякая хуйня начинается. Так, ладно. У кого запы остались? Андрей, у тебя? Ну, пока у меня лежат. Ну все, минус 1000, значит. На Йоме минус 10. Чистим трэш. Так. Это был последний поход. ИК-25 героическая. Сейчас 100% последний до этого. Ану. Да, ну бы да, если 49%, 49 пыток сразу улетаем. Просто там, видишь, тринка нужна. Много кому еще. Ну, эта тринка падает с этих. Ну, если 50 на 50, пойдем. Давай ликон, мы за 30 минут дошли сегодня. Если 50 на 50, там площади 72. Нет, вот об этом и речь, если байпнулись, то все. Разбежали, смысл дальше там сидеть. Ну, если вайпнули, если сразу на магике топнули, и все. Блядь, подбивайте на втором куда-нибудь косты. Я пока не назначал, потому что один Ваня вышел пока. А пока, ты что, не можешь? Да я Вань, ты зайдешь? Я там нужен на магике. А, ну, не особо. Когти зверя давай заходи. Вместо 4 кнопки. Саня, поставь метки, но значит, а что-то все бьют разных. Поставил. Я сбиваю тому, кого череп. Бью. Вот этому я сбиваю. Черепу. Череп бейте. Бля, черепу я вообще сбивал. Ну ладно. И я сбиваю. Давай бейте, пока у черепу сбивайте. А Юи, кто там еще есть? Гламур. Без черепа. Я там не сбиваю. И пешим дальше, регалия. Ну?
Один жрец чернокнижник надо, как понял. Но в спеке там, третья спеки. За 10 ТП всего. Раз, два, никому не надо, окей. Воин, шаман, охотник. 10. Ну, Женя, первый ставил. Валинор ставишь больше? 100. Да, нет. Валинор 100. Раз. Два. Кидай в нее. Андрюха, можешь поснимать? А то так тяжко, блядь, сразу все делать и снимать, и не числять. И еще один токен, паладин, жрец. Да, можно регалии. Две штуки по 10 ЕП забираешь. Две тебе надо на ее. Две или одна? У меня две есть таких. Плюс это две или одна. Ну как вот понять, на что ты отвечаешь? Давай две. Напиши минус. Все, давай. Андрюха, 20 еще на Йоме снимешь. 100 по Ленору и 20 на Йоме. Теперь последняя шмотка осталась в лотересе, который каждая КД падает. 10 хай. Раз. Два. Три. Финишем. Короче, в танка прыгает Юй, Вакати, Хай и Андрей Уфолок. А пока у первой пати будет бить по собакам. Бля, опять триниш снимает. Да, снимаете триниш. Шнурки, Апокалипсис, Мистер Бонд, Нележ, Когти Зверя. Это люди по собакам бьющие. Все остальные. У Апокала сейчас куча магического урона. По-другому работает? Ну, у тебя крит от рунического удара 30% магического урона. Ну, тогда пока у минус. На Йоме кидай обмен. Ты 10-й одевай. Войт прыгает. Туалет, начинайте, я подойду, подхвачу. Их у меня не будет. Хорошо. Этот, Марухич или Полинор, давай в Элема кто-нибудь из вас, любой. А что один. А, еще. А Войт в ДЦшнике останется. Давай, Марухич, Полинор, ты часто в Элеме, поэтому Марухич тебя побьет. Сейчас вон, заходи. А собак кто танчит? Собак будет танчить Вакати. Андрей будет танчить Киглера, Уфолок и... Киглера и Короля. Коля двух остальных, Петя Олма, Вакати на собак. Короче, я по собакам не играю, да? Не. Ты почти весь бой АФК стоишь. Лучше, может, вместо тебя бета-тестера взять. Давай реально вместо тебя бетика возьму, чтобы быстрее было. Просто офнись. А он же бетик попрыгивали. Он же с собакой пошел гулять. Да он вроде здесь. Это не он. Бета-тестер. Я тут. Давай, давай, сумоньте бетика. Вместо Апокала. 20 секунд, погоди. Ну, все равно я вкачу. С королей пойду покурить. В Энхи пойти, что ли? Так нет у кого взять, РДДшника нету больше вместо тебя, так хоть будет. А, ну это в Элеме, правильно? Просто в Энхе вообще было бы странно. Там вообще фулл магия сейчас. Так в Элема, Просто говорю, нету РДДшника взять вместо тебя, чтобы быстрее убили. Окей. Чтобы был какой-то другой РДДшник, то я взял бы другого. Все, ешьте рыбу. Напоминаю, милики бьют собак. Все трини снимаете, которые котики, снимаете трини. Пожрать бы еще эту вечное... рыбу. Вечное пламя. Когти зверя сними, любую триню вместо этой надеваешь. Собак так, можно бить только физуроном. Отойди, пожалуйста. Кто там с этой косой? Это я без косы, просто флейм огромный. Так, по декурсам МСС первая пати, определенно вторая, Локсар третья, Топ Хай четвертая, ОНУ пятая. И потом друг другу помогаем. Всегда. А если нужно, я... можешь меня звать. Давай тогда, заходи. Вместо бетика. Давай.
А меня можно с Ика это сумой, да? Боюсь, я до двора не вылечу. Можно, можно. Принимай быстро сумму, будем начинать сразу. Так, давай, давай. Все, принял. А я нажал принять, похуй. А Бетик еще здесь? Так он же в Элиме вроде нет. Шо? Я тут. Ладно, похую, погнали так. Да. Ты не кидай, по-нельзию. Бетик это, да. Все. Все. Поехали. Так, я Олма. Да. Да, ты Олма. Никто никого сейчас не бьет. Андрей Киглер плюс король. По Киглера играем. А у нас ханта ни одного нет. Пиздец. Смотрите, не сорвите. Отойдите назад чуть-чуть. Где этот сосуды превратили в хильфстанг? В кого кастует Киглер, отбегайте. И стопните пока урон, чтобы уфолога забрал. Смотрите, не сорвите. Маруки чек устал. Еру не давал, потому что сорвем. Нету ни одного ханта. Дожились. 5 секунд можно поиграть, прохилить и готовьтесь. Готовьтесь прохилить. Все, стоп урон по Киглеру. Киглер вылет. Марухич, кстати, есть, если что. Опять по Киглеру играйте. Ребафните Марухича. Ну, будете потеть, значит. Давай не лезь Шиннер по Полинору. Маша по себе. А, Маша уже залила. Когти зверя по Лону, значит. Когти зверя и Иннер по Лону залей. Всех зависло. Стоп урон там, если нет. Не зависло. Стопните урон. Не знаю, кто активировался. Сейчас 10 секунд танк в хильте. Кто там активировался, я завис. Крош. По крошу играйте, дайте геру, смотрите, не сорвите. Меня выкинуло, походу. Живые бомбы вынесли. Бомбы вынесли, живые из рейда тоже. Ай, блядь. Меня выкинуло. Это озвучит, когда там будет маска? Маска издали. 10 секунд, когда будет. Переполняющая мощь, тогда и... Не видно, блядь. Сацуна, давай ты и этот... 10 секунд переполняющая мощь. Отдаст Юи сейф и отдаст Сацуна. Потому что 4 хила. Кто может, там тоже подхиливать, отдайте. Дали сейф. Сяо и Иннер по Сацуне залей. Приготовьтесь декурсить. Ты на стриме Войда? Нет, я через фреймы смотрю. Шнурки танчат? Или собаки его бьют? Собаки без... срывает просто. По мане пиздец, нет ничего. Дайте все свободные иннеры по Сацуне, джипсите за косту гимноману. Саня, когда будет где-то 10% маны, если иннеров не будет, попросишь, чтоб на Йоми ману закастовало, то у меня не сразу переключается. Это приношение. И... По собакам урона 0. Прям... Ну пиздец, потому что говно, блядь, я не составлю. Варов нихуя нет, блядь, хантов нихуя нет. Как бить, блядь, вообще? Я извиняюсь, мне что-то компьютер перезагрузился сам.
Захожу. Юра, заходи на хантра. Хорошо, захожу. Бонд тоже поменяй, потому что от меня урона вообще нихуя нет в комбате. Нормально. Ты на пол у тебя хотя бы есть, на собак. Место было бы на кого поменять, в том-то и дело. А, изморский еще есть. Давай этот... Там, наверное, изморского не хватит. Лучше бы, чтобы Петя зашел. Танчить. Я бы потанчил лучше. Бэтик, давай этот оффлайн персонажа. Возьмем вместо тебя ханта. Ренессанс, будешь тоже по собакам играть. Время сидим, давайте. Ладно. Женя. Марухич, давай, короче, в этого Женю поменяем. Из Морского смоти тоже. Я захожу. Да ладно. Или тебе шмотка нужна какая-то. Пока не заходи. Засумоним тебя из Морского Ренессанса и будем начинать. Из Морский, ты сейчас в котике играешь по собакам, если что. Тыкните шкаф. А еще, наверное, профитнее было бы ему в ДД-шмоте прыгнуть в медведя и просто медведем раздолбывать с трюкой. Медведь там до хрена у него урона наносит в ДД-шмоте. Это сугубо лично мое мнение. А когда я себя по собакам могу, надо менять эту тренинг, да? Да, типа, принимай сон. Я уже в инсте. Кто там зашел? Женя. Ты в инсте, да? Женька офф, не персонажа. Скибиди. Марухич уже в рядовых корешам прыгнул. Для ступори не менять тренинг на вечное пламя на другую, если я буду собак бить. Блять, Женя все равно логово в руля. Женя, скибиди. Че, я в Долоране показываю, че мне надо подключить? А. Ешьте рыбу. Это да, инту. Что? Инту надо. Нет, ты бьёшь. Так, ты, Юра, напуливаешь моба, если что, и отдаешь этот, и когда появляется активируется он. Ты пропал. Попал. А, ты там лужник отрубил или селинул? Этого добрика. Да, он может по телефону разговаривать. Марсел сорвется.
сил. Ты по глазу заграли. Саня, ты тут или нет? Он белый чат пишет. Плюс нет. Он слышит, говорить не может, он пишет чат. Он на хп потратил гемми сейчас. Где курс, все дела. Без магического урона по собакам не трогайте, а уе не давайте, морды прижимайте. После активации волны, короче, скидываешь на катастуну. Блять, щели наушники. Играйте по волну, 2 секунды еще можно. Жертва приношения. Сейвы не понадобятся. Одна собака живая. Стоп урон по волну. Добили, добили. Киглер, вы играйте. Киглер на пол. Волн в рейд. 10 секунд превращения хильтисанков. Когти зверя и Иннер по Сацуне тоже залей. Изморский Иннер по Маше, по Лону. Маша откатится, Иннер зальешь Марусичу. Пять секунд еще можно поиграть. Все, стопнули урон по Киглеру. О, мы играем. И готовились декурсить. Собак забрали. Киглер сорвался. Сорвал. И про хил прошел. Декурс. Ай, Маша, ВР топ хайпа. Помогай декурсить вас сразу и ребафу. Потом, когда собак, когда он да, закончится, добьешь. Когда сказал стоп по Киглеру, значит стоп по Киглеру. Какого хрена продолжаете бить? Если заметишь такую херню, будете. С танка срывать 5 секунд вообще. Потом, когда начнет кастовать, точнее, когда с собаками разберетесь, морские дашь бы пощечь по собак. Помогайте после по глазу кикать, у меня мисы проходят. Собаки живы. Отхилились. Да. Давай сейвы, Асасуна плюс Юй. Киглер. Хорошо. По Киглеру. Гламур, запомни цель. Цель. Если по глаза поможешь каз сбить. Ребафните еще чего на топ хайпа. Так. Не лежь откатится Иннер в Сацуне, когти зверя Войда. Изморский откатится Иннер по Марухичу. Стоп
стопнули урон по Киглеру. Все, никто не бьет больше Киглера. Да им мы в каше. Опять Киглера, добиваем его. Еще раз не лежь, Сацуны. Когти зверя. Давай, в принципе, тоже Сацуны. Изморские залей в Машу. Он. Все, добивайте Кигля. Стоим и в каше. Ждем следующую цель. Никто не бьет никого. Кроши по кроши играли, на пулы отдали. Огненные бомбы выносим с рейда. Подходить к боссу уже нельзя, да? Что? К боссу подходить можно, да? Нет, нет. Он шотник. Огненные бомбы выносим с рейда. Долго выносите. Просто отбежали чуть-чуть и все. Так, с вас, Саня, сейф есть у тебя? Да. Саня плюс Коля сейф отдадите на крош. Через 13 секунд. Пять секунд, приготовьтесь. Не забывайте огненные бомбы выносить. Отдали сейф. Стоп, урон по крошу. Все, никто больше его не бьет. Прохиливаем. И по глазу на пол. Собака пошла в рейд. Гера у вас там откатилась, у меня просто другая Гера. Скажешь, когда откатится. У меня другая показывает. Меня ж выкинул. Восемь секунд. Еще 3 секунды можно поиграть. Все, стопнули урон после по глазу. Каст сбил. Стопнули урон. Кроша на пул. Огненная бомба, опять не забываем выносить. Вакати отдаст сейф. Не лезь, Шинер, по Сацуне. Когти зверя тоже по Сацуне зальешь. И Джипси нажмешь... Гим. Даже вдвоем с Наеми вместе нужно сидим. Вакати не достанет до всех. Да, я постараюсь подбежать. Надо за секунд 10 раньше скажите. Хорошо, еще 20 секунд. Ровно 20. Изморский. Давай, Инер, по Ону. 5 секунд, Жень. Побежишь. Огненные бомбы выносите. Отдали сейф. Стоп, урон по крошу. Все, никто не бьет. Указ. 5 крошей. Да. Выносим огненные бомбы. Дальше сейф, Саня, должен откатиться, да? Да, да. Опять Сацуны и Юи отдаст. Так, Маша откатится, Инер зальешь по Войду. Алло, Саня, вы закрыли ВК? Да, да, да. Если что, мы его тоже Инер закатится, кто подойдет, кому надо. Я на тебе щит повесил, давай. 16 секунд. По Войду можно и назвать. 2 секунды, приготовьте сейвы отдавать. Отдали сейвы.
Перестопнули урон по крошу. Все, больше не бьем. Опять кроша добили его. Огненная бомба не забываем выносить. Саня, как только добьем. Так, свободный иннер, Маша, залей по войду. Джипси, давай гимноману. Все, добивайте просто кроша. Саня, когда бьем кроша, можешь на слепую глазу ману восстанавливать. Еще 20 секунд почти. Все, все в каше, можете мамить его, если надо. РДшники можете по... Можете по собакам играть, но можете не играть, чтобы трини не активировать. Еще 5 секунд можно играть. Все, вот отошли от кроши. Ой, от слепоглаза. Ома. Гера есть, да? Есть. Отдайте Геру. Декурсим все, кто могут. Так, не лезь, Иннер откатится, зальешь по Сацуне. Когти зверя тоже по Сацуне. Изморский по Марухичу. Андрей щит повесил, если откатился на... Идите этого пиздите, пока он... Идите бейте, все. Когда убили собак, можете ом убить, да. Сейвы не понадобятся. Еще 5 секунд можно поиграть. Все, стопайте урон. Если он активируется, снова и снова его продолжаете бить. Смотрите только дотки на собак, не повешайте локи. Приготовьтесь опять декурсить. Андрей, как откатится Иннер, Сацуна подбежит к тебе, там, по возможности закинешь. Маша, откатится Иннер, зальешь по себе. Да там тотем поставили, пока не надо. 3 секунды, стопайте урон, по-моему. Опять ом. Все то же самое. Милики, идите бейте просто ома. Все, забейте на собак, идите бейте ома. Бегу на минутку. Или курс. Угу. Так. Вот там. Когти зверя. Маша, свободный иннер по войду залей. А, ты уже залил все, окей. Сейчас будет слепоглаз активен сразу. Так, давай, мистер Бон. Не, мистер Бон, слабо бьет. Шнурки ушел. Потом из котов больше. А, иди бей шнурки тогда. Саня, хиль через шнурки. И кто там не лежит нормально? Кто из вас больше бьет? Давай не лежь, ладно. Не лежь, Иннер откатится, зальешь по войду. Когти зверя в Сацуне. Бля, меня опять походу кикает. Всех хоть кикает? Нет. Нет. Ай. Что, у тебя бегают на месте все или что? Такая хуйня у меня? Да, да, да. Меня выкинуло в главное меню опять.
Ну, короче, добивайте слепоглаза, а там, когда это будет огненная печать, Саня, покажешь, что подбежали все. Мили. Ну ты, Саня, не входи в игру, короче, ты успеешь в эту постану. Меня... Сейчас кит. Убили слепоглаза. Чё, сейчас короля? Идите, да, идите все короля бейте, если там такая огненная рука висит, то надо меликом убежать будет. А, у меня интернет пропал. На компе, почему? Ну все равно не входить, сейчас думал, успеем бить. Так там же два дебафа. Которым мельком убегать надо, нет? Когда такая огненная лапа висит. Типа, короче, это. Торожи высасывает, блядь. И который ебашит эти огненные глыбы, блядь, невозможно. И когда еще Киглера добилка, чтоб хех с меликом не кинул, можно тоже их отвести, а так пофиг. Мне все, тебя сами дропнуло. Ну, жестко дичь. Пахер. Ну это, наверное, из-за того, что я в ми... Огненная глыба. Бежали. Милики, убегите, если огненная глыба. Бейте, бейте. Ваня, четыре кнопки сможет меня подменить на крыля? Ему надо картохи почистить. Блять, она хуя будет? Будет, будет. Там разберемся. Сейчас. Если надо, что-то в любом случае будет. Кому шмотки нужны на крыля, тот зайдет. Надо. Так я думал. Так. Скажите, когда заходите. Глыба. Ну что там, могу тыкаться или нет еще? Черная херня. 5 лямов, 10%. Это скажу. Не тут другой стал. Ванька, сможешь помочь вместо Сасуны? Тыкается, тыкается. 3%. 500 тысяч. 1. Все, давайте. Так, стреля не здесь, короче. Буревестника тоже бы просили кипнуть. Эти люди здесь, хипос, по-моему, здесь. Я успею, да, Ока по-быстрому слетать туда-обратно. Успеешь. А зачем тебе, Жень? Ну, успеешь, символ, когда? Символ на пробу брал. Все, хорошо. Так. Так, пробегайте все. Да, иди на СУ. Паролить после груля будете, да? Да, давай после груля уже разберем. Ладно, я отбежал, может даже успею пока тактику рассказать. Но вряд ли. Так ты этот, тактику недолго будем рассказывать. Ну, значит, не успею. Вань, заходи место Сани, поможешь. Место, место!
Угу. Сейчас будет место. Мне тоже место надо на груле. Сейчас разберемся. Так, котики, какие шмотки нужны с груля? Оба котика. Пояс. Давайте и пешься опять же пояс. Ну все три котика. Тебе надо из морской что-то вообще с боссом? Как тебе зверя? Ну, кружка, это кружка. Помойка. Помойка на кота, но у изморского просто три неполное говно, поэтому пусть будет. Кружка. Я могу уступить. Мне ничего не надо. Ну еще иди туда. Иди, Андрюха, тогда. Бетик, это ты говорил, что тебе место надо? Да, мне уже печенька. Хорошо. Ну, не лежь 10 за пояс. И пешите дальше. 10 раз. Влад, поставь, пожалуйста, портал. 2. Что, не лежь, сколько тебе зверя? Не пешишь, ну? Ты же говорил, пояс, кружку. А портал. Или любой смогу поставить, пожалуйста, портал. Перекурить 1-2 минуты есть? Спасибо. Нет, пойдем сразу, у меня времени немного. Мне 20 минут осталось на работу, нужно убить. Так, я сейчас пета включу. А если суммоните, я на сейчас портал нажал случайно. Суммоньте всех. Я сейчас пета включу. Что, мне заходить, нет? Так, я ДД в том. Да. В танке увидеть их. Okay. Все, вызывайте все своих петов, прыгайте во фростов. В танке будет у нас Вакати и... А, не, Вакати, давай в Ретрика. Апакао и Хай. Скажешь, что будет закрывать? Да. Кто нам закрывал? Вон крестик, сюда всех петов поставили. Бетчик, смотри там своих собак. Ай, шнурки. Будет замена. Давай, Андрей, этот место когти зверя, заходи вместо шнурков. Смоньте Полинора, Гламура и когти зверя. Так, это у нас питомцев. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Коля восьмой. Мистер Бонд из Морский. Под лицо. Они здесь были. Уже знают, что делать. И давай не лежь всякий, на всякий случай. Не лежь, мистер Бонд из Морский. Под лицом тусят. И что, у тебя хили получается? Да. Нет, хэпала. Сумоньте Полинора. Еще чулон. Точно пойду спеку удалить. Что еще раз? Говорю, точно пойду спеку добыть. Да, блять, что вы все это? После Зуламана. Ладно. Зуламан хилить я тоже не буду. Это факт. Гламура, сейф. Сум. Все, сейчас я шнурки кикну. Уже ушел. Так. Ставлю рыбу, пуляем. Так, смотрите, по тактике нужно будет появляться будут руки, все РДшники обязательно их закрывают. Не втыкайте в ДПС, закройте вообще рекаунды все. Также Марсес, будь готов, чтобы линкануться под лицо вместе со мной, если петы поумирают. У нас сейчас живо 7 петов. А, не 7. Враски-то нет. С нами рядом. Это фласки будем пить?
Выпей любую. Если есть. Так. Смотрите. В Акате, Женя, тоже будь готов под лицо что-то зайти. В Акате и когти зверя. Смотри, что происходит. Под ошеломляющий удар ты должен будешь в крису стоять. Когда кастуется адский удар, я вот поставил тебе метку на мистер Бонда, ты должен будешь выбежать. Вправо, вот там, где сейчас мистер Бонд стоит. Это если я скажу тебе забежать под лицо. Так стоишь, бьешь спину. Все, готовность на пол. А кто будет под лицом стоять, кроме Петра? Какие руки мне закрывать? Главное, кроме Петра, не Леш, мистер Бонд, когти, Изморский. Вот эти три человека стоят 100%. Сань, тебе задние могу не пулиться, да? Не мешает? Нет. Петя, ты там вот сзади закрываешь и левую сторону. Ты вначале пока сзади закрывай. В мелизоне должны РДДшники помогать закрывать. Полинор. Левую, заднюю, левую, понял. Женя, гламур. Все, что, короче, под нами. Я не знаю, чего. Ты что не знаешь, готов? Если РДД сейчас, если РДД не закрывает руки, минус будет всем РДД. Да, давай. Справедливо. Лучше один мертвый поэтому... РДД, чем мертвый рейд. Вот так. Что лучше дважды закроется. Я что-то не понимаю. Пока он тоже слева стоит, да? Слева. Пока он справа. Кто возле печки? Пока ты возле печки. Руки закрыли. Пока ты вначале возле печки. А, я понял, что пока не слева. Геру, да, дайте, я тут забыл про Геру здесь. Скоро руки будут снова, приготовьтесь. Они пока что все пятые живут. Скоро будут руки тоже приготовьте. Коля, сейв есть? Да. Успеет прохлопствовать. После ошеломляющего убега будет адский сразу. Все, опять стали на место. Руки закрыли. Готов прохилить. Так. У всех. Да, у петов определенно и топ-хайпа прохилите. По 40%. Все нормально. Коля, сейф будет? Нет, зубы нажим. Войт, ой, давай зубы. Руки? Здесь три. Блин, кусь. Все нормально закрыли, красавчики. Отдай соло с окружением, Локати. Скоро руки будут, приготовьтесь. Руки закрыли, РДДшники. Коля, сейв будет? Да, будет. Справа рук больше не будет? Нет. Да, там уже не будет. Вставай, попал сзади. Что? А, вот эти руки закрывай. Я буду с этой стороны. Маша. Так. С
Скоро будет адский, приготовьтесь, если что, убегать. Иннер в полипаву мощную жертву. Дайте Иннер в полипаву. Мастер отдал. Руки закрыли? Хорошо. Коля, сейф, если что будет на следующий раз? Да, да. Руки закрыли. Так, когти зверя, ты, по-моему, спину бьешь за Лейнер по Ону. Но если ты просто ошеломляющим, то стой. Я тут. Так. Хорошо. Сейчас меня заменишь точно. Добьем, разлепешим заменишь. Коля, сейф есть, да? Да, да, есть. Руки, руки. Вань, готовься, что соло сокрузит, им мне не понадобится. У меня есть шотка, чуюсь. Сейчас Коля сейва уже нет уже. Не зыбка откатилась. Окей. Закрыли руки. Наверное, еще один шаумляющий будет потом адский. Почти сразу. Готовьтесь, если что, отбегать. Возможно, адский будет. Вот, после шаумляющего сразу адский. Сразу убегайте после него. Руки закрыли. Сейф Коля есть, если что? Да. Так. Кусяо откатится Иннер, зальешь по Войду. Руки. Хорошо. Руки. Под следующий не будет сейва. Зубы есть. Под следующий зубы даст. Вот, последующий шаумляющий закинешь ему зубы. После следующего шаумляющего будет адский. Руки в мили-зоне закройте. Хорошо. Женя, дай соло сокру по Юи. Опять адский пойдет. Отбежали. Когти зверя, забеги под лицо. Быстрее. В Акате тоже на всякий случай. Гимн на ХП, присты свободные. Хорошо. Так. Все, сейчас разъепашим. Да. Детектор. Наконец-то. Скажите, а носовой этот детектор нормальная хрень или так все? Так себе. На всех неплохая трение, когда. Да. Она на всех неплохая, когда много штук в рейне. Но ой, тебе просто шокрит, до хера крита надо.
ШП работает она или не будет работать? Да, у кого не работает? Вообще не рабочая тренинг, вы что? Вы о чем? Саблю по ЕПшке 10 ТП. Старт. У меня просто такая же есть. 10 Марсес. Так, подожди, ты файер же. Никому не надо. 10 офф. Никому другому не надо. Быстрее. Раз, два. Так сейчас вон, тебе на мейн. Туда же 10. Раз. 10, два. 10, три. Кидайте, Вань, сейчас вон у меня. Так, давайте пошить шмот. Так, а что он на ШП будет работать? Я не знаю. Голова. Скажите, не особо. Есть. Голова раз, два. Бета-тестик. Кидай обмен. Дайте. Где ты там стоишь? На себя поставил. Печеньку поставил на себя. Давайте по фастику, плиз. Поставьте порт в шатры, что ли, пока что. А, нельзя, бетик, тебя не было на этом боссе. А, это не с этого? Нет, да. Так, ладно. Дальше а плащ. Перчатка же была. Раз. 10. На... Да, 10 типа. Ну, 9, 10 на уф. А что, вы там все заглянули или нет? Кусяло больше ставишь? Да все на первую поставил. 100 дальше. Нет, это не да. Кидай обмен на дексион. Печеньки. Вань, надеюсь, отнимаешь все. Да, Жень, можно ливать, если тебе ничего не надо. Локатик то. Хики 10 раз. Два. Кидай. Обмен. Вы что, пойдете, нет? Почему? А, тебя не было, да, потом. Нет, подожди, или ты был? Тебя не было. Не пойдем было, не было. Он радостно и алфакашу курить уж. Рукавицы. Кольчужные. 10 раз, два. Никому не надо. Ой, Коля, жиза, блядь, жиза. Сейчас что-нибудь с этим придумаем. Да если бы я был варом, я бы забрал эти запы на вару. Так что, ну, без вариантов. Детектор. Ну, давай, я... 10 гламур получается, я 100 ставлю. Да, даже 500. 500. 1000. Слышишь, а это запы давай. Лучше, чем с CLK-25. Давай 1500. Две на Йоми. Раз. 2500. 2500 гламур. Раз. Два. 2700. Раз. Это с кого? С грума упало, да? 3-5. Раз, да, да, да. 3-5 на Йоми. Раз. Два. Три. Блядь, ну я офигеваю просто. Давай быстрее. 4 раз. 4-2. 4-3. 4-3 раз. 4-3-2. 4-3-3. Все, кидай обмен. Поздно. Ты просто очень медленно считал. Я, кстати, не понимаю, зачем тебе наемы. У тебя реально талик и карту. Шутишь, что ли? Карты бесполезны, Т4. Я подумала, вместо карты попробовать, потому что скорость сейчас уже ж не нужна в Т4. Ну, кидай, кидай, кидай. Ебашу, если ты докажешь, что надо, то не вопрос, кидай. Кидай. Обмен. А если она не будет работать, то можно отдать кому-то? А ты сразу лети на манекен и протести каждый скилл по отдельности. Особенно пытку разума и дотки протести. Я так и хочу. Короче, ну идти, лети, лети, а дальше что? ИП вернут, сколько там топ-хайп ставил? 4 за 4 заберет.
Да не, хотя бы просто протестить, работает ли она, ну, срабатывать будет или нет. Все, давай по фасту, печенька, печенька. Покажи, покажи хоть одну дверь, которая не срабатывает, блядь. Так, он у Маши 10 тысяч. Раз, бетик 11. Раз, два, три. Кидай обмен, бетик. Ух, что дешево, блядь. Кидай, кидай. Мне, который Грулевского, давай. Мне ну, так я стараюсь. И еще одна печегенка. Сацуна, заходи. 10 камаша, раз. 10 камаша, два. 12. Это вы с Грулевского любите или какую печеньку? Да. Нет, с этого. Нет, с крылей. 12 сацуны? Да. 12 сацуны. Раз. Поставьте шкаф, смоньте кто-нибудь. Два. Три сацуны, 12 тысяч. Так, ты же на ретрика ее активируешь так-то? Да. Ну. Все, давайте меня сум, я дам ему печеньку, мне надо уже бежать будет. Ваня, на тебе лидера. Осталось за роль этого протанчить.